Всем привет! Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Керчь-Симферополь. Это первая часть, первая серия. Видео в основном предназначено для тех, кто этим летом собирается поехать в Крым, ну и ни разу не проезжал эту паромную переправу. Ну вот информация такая, к сведению. Значит, технология, ну это кто впервые регистрируется транспортное средство, приобретается билет, там можно будет, где это происходит, можно будет на видео заметить. Вот на ночевку остановился вот в самом начале, это мотель. Значит, рекомендую это место, спокойное и тихое. При оформлении переправы на пароме есть два варианта, как называют, государственный и коммерческий. По цене сумма одинаковая, но коммерческая, там быстрее это проходит, без очереди, без ничего. Но мы поехали по государственному варианту. Поэтому немножко там пришлось ждать, ну, примерно около часа на самом морском вокзале. Так. Ну, Крым встретил февраль месяц, снега совершенно нет. Все растаяло. Вернее, не знаю, был или нет снег, но в общем вот картинка реальная. Февраль месяц. Температура что-то плюс 4 градуса. Но ветер холодный, сильный холодный ветер. До этого за сутки, по-моему, или за двое переправа была закрыта из-за шторма. Я говорю, это может быть информация полезна тем, кто впервые двигается по этому маршруту, ну, на лето в Крым. Мост пока в стадии строительства, поэтому, ну, все пользуются паромной переправой. Это видео, значит, ускорено в два раза. Ну, для удобства просмотра, для тех, кто отправляется в поездку. А видео с оригинальным звуком, с оригинальным аудио, будет размещен на моем втором аккаунте «Видео дорог 2». Я не знаю, насколько это видео будет совпадать с аудио, вот, потому что оригинальное видео я удаляю, оригинальное аудио я удаляю. Ну, это мой комментарий в автомобиле, это на втором аккаунте будет. Значит, в порту, порт называется Кавказ, морской порт Кавказ, после прохождения процедуры, ну, вот, осмотра автомобиля и прочее, становимся в очередь.
И ждем, когда будет подан паром. Досматривают автомобиль. Досмотр автомобиля, проверка документов. Значит, почему я начал вот эту заключительную часть? Потому что видео от Москвы до Краснодара у меня имеется. А вот в этом маршруте от Ростова до морпорта двигались ночью в темное время. Ну, это будет как вариант, скажем, ехать в светлое время или в темное время. Ну, кто как будет выбирать, какой вариант. Общее время. Общее время ожидания парома и загрузки на него где-то было около часа, может быть, полтора часа. Сама переправа через пролив заняла где-то минут 25, наверное, 30. Проверяет капот. Не знаю, это на видео совпадет или нет с аудио. Значит, сама переправа через Керченский пролив составила где-то минут 25. Вот. Все спокойно, без проблем. Так. Мост, наверное, будет готов к эксплуатации в конце года. Вот, но пока вот такая, так, пока вот такой вариант на пароме. Очень много автомобилей скапливается, и мост, я говорю, как просто необходим во время переправы. Значит, с левой стороны, далеко на горизонте, видно будет строящийся мост. Уже установлена арка моста. Кто дает правила переправки по парому, на пароме, они, наверное, для всех портов одинаковые. Поэтому, если кто-то впервые будет пользоваться паромом, то... Ну, это я комментирую в автомобиле, оригинальное аудио. Так вот, слева во время переправы, далеко на горизонте, видно будет уже установленную эту арку моста. При внимательном рассмотрении это можно будет заметить, при внимательном просмотре. Тут временами может проскакивать ненормативная лексика, но это общение дальнобойщиков на 15-м канале, поэтому убавьте или отключите звук. Всей вероятностью поднимемся на палубу.
Да, автомобиль загнал в трюм вниз. Там очень много маленьких машинок. Ну, полный трюм был. Ну, а сами мы поднялись на палубу. Ну, вот палуба, значит, там собираются люди, кто пешим порядком добирается до полуострова. Ну, а также водители всех автомобилей. На палубе, значит, буфет, туалет. Ну, очень комфортно. Людей много, но толкучки, столпотворения нет. Очень много сидячих мест. Сразу хотел бы предупредить автотуристов, автопутешественников. Это дальнобойщики. Значит, роуминг в Крыму. Интернета. Значит, роуминг интернета в Крыму очень дорогой. За 3 часа пользования интернетом оператор снял 440 рублей. Это просто информация к сведению тем, кто пользуется в дороге мобильным интернетом. Чтобы не попасть в ситуацию, когда вам отрубят интернет, заранее договаривайтесь с оператором мобильной связи. Чтобы не остаться без денег. То есть, чтобы не остаться без интернета. Да, трудно вот комментировать. Но это оригинальное аудио. С левой стороны на горизонте. Очень тяжело комментировать, не видя реальной картинки. Ну, чисто информативно, я думаю, для туристов, для автопутешественников это вполне будет достаточно. Это я вышел на палубу открытую и снимал на видеорегистратор. Ну, переправа, я говорю, прошла. Переправились минут за 25, за 30. Ну и от порта, от морпорта до Керчи несколько километров.
Про дороги. Дорога, значит, вполне нормальная, хорошая дорога, но узкие дороги. Сейчас идет строительство, но это в других частях, наверное, видео. Будет видно, что идет капитальное строительство дороги. Дорога будет широкая, прямая, без всяких там крутых поворотов. Часть дороги уже заасфальтирована. Ну, на картинке будет это все видно на видео. Керчь, город достаточно довольно-таки уютный. Мне, например, он понравился. Вот какой-то спокойный, доброжелательный, общая атмосфера. Нет этих жутких пробок, которые свойственны, например, в Москве, в других крупных городах России. Ну, дома, внешний вид, на мой взгляд, требует косметического ремонта. Народ доброжелательный, так вот общались с людьми, очень хорошие отношения. Заранее опережу события от Керчи и далее вдоль, ну, много городов, Феодосия и так далее. Очень много гостиниц, отелей, очень развита инфраструктура. Про цены не знают, ценами не интересовался, чисто внешне. Ну вот даже в межсезонье, февраль месяц, снега нет, зеленая трава. Но я представляю, как тут красиво летом, когда все в зелени, когда все цветет. Картинка просто потрясающая. С левой стороны, вот за домами, там во время движения само море. Боковое окно это было хорошо видно. Сейчас пока идет строительство, ну там дальше это будет на видео, временное неудобство. То есть объездная дорога, вот временная дорога, там она узкая, особо не разгонишься. Да и куда спешить, там потихоньку можно, ну как потихоньку, километров 80-90 можно без проблем ехать. При выезде с парома я случайно отключил микрофон видеорегистратора. Как это получилось, понять не могу. Ну, в общем, без фона оригинального аудио, ну вот буду говорить, комментировать то, что вспомню, то, что всплывет в памяти. Бензин на полуострове дорогой. Например, 42-й. Цена его от 41
50 до 42 рублей за литр. Если на континенте, ну я имею в виду вот на территории России, я не видел дороже 38 рублей, то здесь бензин. Здесь бензин дороже. Трек, который размещен в начале видео, ну я его разместил до Керчи, до города. В следующей части, наверное, весь трек размещу. Надо, наверное, было весь трек разместить, но вот так вот уже получилось. Сейчас переделывать, времени у меня крайне в обрез, поэтому переделывать не буду. Ну, самая суть, самое главное, это то, что вот от порта Кавказ на пароме и до Керчи вы это все увидите. В порт Кавказ приехали за полночь. От Ростова выехали в сторону порта Кавказ. Уже смеркалось. Поэтому видео будет в темное время, в ночное время. Как раз шел дождь, слякотно на дороге. Но это как вариант, кто, например, будет выбирать маршрут двигаться в темное время, ну, для них это будет полезно посмотреть трассу от Ростова до порта Кавказ в темное время суток. Ну и в непогоду, скажем так, во время дождя. Никаких проблем прибытием на полуостров не было. Прямого сообщения, ну я думаю, мост соединит полуостров. Проблема или как затруднение, неудобство, связанное с паромом, будет снято. Когда он будет запущен в эксплуатацию, мост, я не знаю. Наверное, в конце 2018 года. Добирался из Симферополя назад в Москву на самолете. Время перелета составило 2 часа. А от, ну, до аэропорта Домодедово. А от Домодедово до дома добирался 2,5 часа. Аэроэкспресс, вот эти электрички, цены какие-то заоблачные, 500 рублей до Павелецкого вокзала. Это вообще и экспрессы, просто электричка до Павелецкого вокзала, ну, цены просто жуткие, 500 рублей, ну вообще думают или нет. Я отказался от аэроэкспресса. И на маршрутке доехал за 120 рублей до метро Домодедово. Честно говоря, очень возмущен такими ценами на электричку. 500 рублей.
на маршрутке доехал до Домодедово за 25 минут. Не знаю, наведут порядок с этими аэроэкспрессами, с электричками. Вообще наглости нет предела. Это мое возмущение. Так, ну вернемся к полуострову. Про бензин я сказал, про дороги тоже у вас информация есть. Расстояния небольшие между городами, поэтому инфраструктура на трассе, ну, для автотуриста вполне приемлемая. Можно и на трассе остановиться, отдохнуть. Есть такие мотели. Ну, говорю, вот расстояния между городами небольшие. Поэтому в этом особой необходимости нет. Ну вот, говорю, в межсезонье не очень такая красочная картинка, все серое. В летние, весенние, осенние, весенний, летний, осенний период, я думаю, тут значительно красивее, значительно веселее. Море, говорю, просто потрясающей красоты. Из Москвы выехали. Нас провожал снегопад небольшой такой. Начинался снегопад. И уже на трассе узнал, что в Москве очень сильный снегопад. Температура упала до минус 14. Хотя мы выезжали, температура была... По-моему, плюсовая температура плюс 4. И вот мы уже были в Крыму, когда я узнал, что в Москве был сильный снегопад. Город завалило, стоял в пробках. Ну, повторю, что Москва проводила снегопадом, снегом. Ну, в Воронеже, Воронежская область, Воронеж встретили дождем. Сильный дождь был, ночью барабанил по крыше. А Крым встретил сильным ветром. Но небо временами проясняется, временами такие вот тучи облака, как вот их назвать. Но ветер прохладный, температура что-то плюс 4 градуса. Трава зеленеет. Ну, резко чувствуется вот разница в климате. В Краснодаре, так, например, температура была плюс 14, в Крыму плюс 4. Ну, в общем, какая-то аномалия с природой, с погодой. После пуска в эксплуатацию моста через Керченский пролив, если не будет готова дорога, то не нужно к бабке ходить. На дорогах Крыма будет просто ситуация жуткая, думаю. Но надо полагать, что это уже все просчитали, и к пуску моста дорогу делают, как мне говорили дальнобойщики,
на трассе до Симферополя. Так, ну, основную информацию я, по-моему, сообщил. Вообще пожелание такое, совет такой, прежде чем отправляться и посмотрев видео, в интернете поищите оформление на паром, как оформить документы на паром. Процедура очень простая, но чтобы не мотаться 10 раз, как, например, у нас получилось, регистрация автомобилей, покупка билета, приобретение билета. Билет приобретается, значит, на определенное время можно взять. Вот, например, на 10 или на 11 часов там по расписанию, или же на весь день. На стоимость билета это никак не влияет. Или воспользоваться коммерческим вариантом. Но более подробно, более профессионально вы можете узнать в интернете. Думаю, что многие, кто путешествовал на Крым, в Крым, снимали видео и размещали его в интернете. Во время переправы через на пароме очень многие снимали на смартфон, на камеру, ну, потому что картинка на самом деле очень красивая. Красивая, запоминающаяся. Ограничений на съемку нет. Пожалуйста, снимайте что хотите, тут полная свобода. Паром загружаю сначала. Вот я вернусь, наверное, назад. Не знаю. Сначала загружают фуры. Они на верхней палубе. Небольшая часть легковых автомобилей тоже на верхней палубе. Ну, а остальные маленькие машинки в трюм. Я вот так вот прыгаю по этому видео. Сейчас не знаю, что будет на экране дисплея. Но вот такая вот у меня вышла оказия, что я случайно отключил микрофон видеорегистратора. Как это произошло, не знаю. Стараюсь как можно оперативнее разместить это видео, потому что многие, ну я думаю, многие поедут в Крым на своем автомобиле весной, ближе к лету. Думаю, это видео будет для них очень полезным. Так, про дороги я сказал. Идет строительство дороги между Керчью и Симферополем. В основном движение по одной полосе, что встречное, что в Симферополь, что обратно.
Что еще конкретно сказать, даже не могу. Сейчас вспомню, прыгаю с видео на видео. Так что особо не сердитесь и не пинайте за не очень качественное аудиосопровождение. Узнать точное местоположение понравившегося места, например, для ночевки, для отдыха, можете просто-напросто забить координаты в навигатор или другой гаджет и приехать на это место. Координаты в нижнем левом углу видео. В этом году, надо полагать, будет большой наплыв туристов. Как в Крыму говорят, с континентальной России. Вот еще тут такой интересный момент. Я обратил внимание. В городе, в Симферополе, например, очень трудно было для нас найти автомойку. Стоят автомоек много, очень много автомоек, но все они, не все, а в подавляющем большинстве, с надписью «Мой своими руками», что ли, или «Сам мою». То есть заезжаешь, платишь там небольшую сумму, тебе подключают воду, химрастворы, эту пену и так далее. Ну, а все функции с мытьем, с тряпками, это уже мойщиков как таковых нет. Я с большим трудом, вернее, мы с большим трудом нашли автомойку 24 часа на заправке, где автомобиль помыли профессионалы. Вот такая вот особенность. На трассе много объявлений по радио, на 15 канале очень много рекламы того, что на трассе находятся и магазины, и стоянки, и заправки, и автомойки. Так что я бы рекомендовал, советовал приобрести радиостанцию, чтобы слышать всю эту информацию. То сообщаются цены на услуги, ремонт, обслуживание, мойка, радиомагазины. Ну, то есть трасса оживленная, информация на трассе очень оживленная, и купив радиостанцию, вы будете в курсе многих событий. Очень много полезной информации. Мне, откровенно говоря, не очень понравился серпантин. Вот, поведение водителей. Нарушение правил дорожного движения на каждом шагу. И по встречке летят, и скоростной режим. Это мне не понравилось. Очень много машин из различных регионов. Сейчас даже не могу все вспомнить, но очень много машин из различных регионов России, начиная от Дальнего Востока и кончая вот с западными частями Мурманском. Я, например, вернее, мы из Симферополя в Москву
добирались. И там несколько вариантов есть. Можно автобусом. Там что-то это заняло бы около 30 часов. Самолетом 2 часа. Ну, там и на поезде вариантов много. Но на автомобиле это только через паром, через паромную переправу. Нужно обладать талантом комментатора, диктора, чтобы складно по полочкам, плавно, логично рассказывать об этом, о маршруте. Но у меня, к сожалению, таких способностей нет. Да и основная у меня цель – это просто предоставить видеоинформацию, а там уже выводы делать каждому. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сами видите, какое дорожное полотно, окружающая обстановка. Это видео типа справочного материала. Еще, наверное, будет одна серия. Постараюсь уложиться в одну серию до Симферополя. Но значительно позже уже буду размещать полное видео Москва-Симферополь. Эти две серии, две, может быть, три серии будут, ну, заключительными, что ли, этого маршрута Москва-Симферополь. Что там творится в Симферополе и в Крыму летом, сказать пока не берусь. Потому что в летний период я там не был. Ну, наплыв туристов, конечно, сказывается на плотности движения на дорогах. Это само собой. Но даже иметь такой, к сведению, такую информацию, что эти вот шторма вызывает то, что переправа не работает. Ну, это пока вот паромная переправа. Будут ли открыт мост во время этого шторма, во время штормов, пока не знаю. Время покажет, как говорят, как говорится. Впечатление о поездке хорошее. Кстати, если не успеете на паром, на переправу, приедете, допустим, в темное время, то я бы рекомендовал остановиться на ночевку вот в том месте, откуда начинается видео. Очень хороший мотель, огромная стоянка, но дорого берут за стоянку. Например, в порту берут с легкового автомобиля 120 рублей. Если на трассе от Москвы до
Ростова 60 рублей где-то, то вот тут в порту в два раза дороже. Ну, человеческая алчность не знает пределов. Во время движения водитель-дальнобойщик рассказал анекдот. Значит, семья, муж, жена, ребенок отдыхали где-то в Турции, не знаю где. В общем, отдохнули, затратили на свой отдых порядка 60 тысяч рублей. Приехали довольные, радостные. И делятся своими планами на следующий год. На следующий год, говорит, поедем отдыхать в Крым. Накопим 1120 и с семьей поедем. В общем, цены в Крыму, говорю, вот сейчас после воссоединения и в ожидании наплыва туристов, цены задирают, конечно, ну, не хочу этим словом называть. В прошлом году из-за того, что были задраны цены того количества отдыхающих, которые ожидали, было значительно меньше. Судить крымчан я не собираюсь. Будут такие заоблачные цены, конечно, все будут ездить отдыхать в Турцию, там еще куда-нибудь. Турист платит рублем. Цены на продукты питания и прочее такие же, как в Москве, даже повыше.
сейчас мост чуть-чуть стал просматриваться. Кстати, уже из Керчи подъезжая к Керчи от порта, с левой стороны хорошо было видно строящийся мост. Это особенно арка вот эта знаменитая. Очень красиво в серпантине, в горах. Там, значит, с одной стороны горы, да с обоих сторон горы, господи. Вот. С одной стороны леса, лес, ели, с другой стороны горы. Очень красиво. Там вот обратил внимание, было такое ощущение, что горы в снегу. Но, как мне сказали дальнобойщики, это грунт такой. Такое впечатление, что горы в снегу белого цвета. Песок там или еще что, не знаю. Я еще удивился, думаю, откуда такая температура вот, положительная, и откуда может быть снег или иней. Но мне пояснили, что это грунт такой. Так что будете проезжать от Керчи в сторону Симферополя с правой стороны. Можно будет увидеть вот эти вот эту картинку такую красивую. Как я уже говорил, идет строительство дороги от Керчи в сторону Симферополя. Одновременно идут и раскопки, обнаружены исторические какие-то вот артефакты. Видно, как поднимают слой грунта, а под ним вот идут уже археологические работы. Вообще, что Крым, что Мурманская область, вот Кольский полуостров, на мой взгляд, принесет много сюрпризов в историческом плане. Ну вот, насколько можно, насколько хватило таланта комментировать, чтобы заполнить пустоту картинки. Ну, не пустоту картинки, а какой-то дать аудиофон. Ну вот, к сожалению, вторая серия или вторая часть «Керчь-Симферополь». Что-то придется уже выдумывать, чтобы не просто глухую картинку смотреть, а было какое-то звуковое сопровождение. Ладно, придумаю что-нибудь. Ну, желаю, кто собирается в Крым в этом году, удачной поездки. Заранее говорю, ознакомьтесь с условиями в интернете о порядке оформления на паром, о тарифах оператора сотовой связи на интернет, чтобы не оказаться в ситуации, когда у вас интернет отключат, ну и вот такие мелкие неприятности могут быть в финансовом плане. Ну, вот всем, кто отправляется в эту поездку в этом году, на своем автомобиле желаю ни гвоздя, ни жезла и запаса тормозного пути. Всем удачи!